Самые популярные дорожные маршруты в Алтайском крае пролегают через Чуйский тракт, причем как для туристов, так и для жителей региона. Ежегодно по нему проезжают сотни тысяч автомобилей. Так, например, в Косихинском районе проезжает 20 тысяч авто в сутки. Поэтому проезжую часть активно расширяют. Сегодня это участок от станции Баюнова до села Полковникова. Дорогу восстанавливают по современным стандартам безопасности, чтобы она выдерживала большие нагрузки. На данном этапе мы выполняем работы по устройству асфальтобетонного покрытия нижнего слоя. Вообще дорога у нас состоит из отсыпки, то есть двухполосная дорога была изначально. Мы ее расширяем до четырех полос с осевым ограждением барьерным. Отсыпка у нас производится из грунта, земполотно. Далее идет рабочий слой из песка природного, дополнительный слой основания из ЧПС и дорожная одежда. Срок службы дорожного полотна внушительный – 25 лет. Участок готов уже больше, чем на 50%, а дата завершения работ по графику – ноябрь 2024 года. Однако подрядчик планирует опередить его. В текущем 2023 году в начале сентября будет введено два участка капитального ремонта общей протяженностью 11 километров. 2024 год нам даст 17 километров капитального ремонта. И 2025 год плюс 16 километров. Самая главная цель работ, конечно, повышение пропускной способности и безопасности дорожного движения. Добавим, на уже введенных объектах количество ДТП снизилось на 75%, а случаев гибели людей после открытия четырехполосного движения не было. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.